В подтверждение этих слов глава администрации Мурманска принял участие в первом в новом политическом сезоне заседании Совета депутатов. Главная тема не стала откровением. Свои полномочия официально сложил мэр областного центра Дмитрий Филиппов. Но народные избранники проголосовали не только за добровольную отставку градоначальника, но и выбрали нового. Впервые в истории города-героя муниципалитет возглавит женщина. Подробности в материале Алексея Баринова. Первое в новом политическом сезоне заседание Совета депутатов по праву было одним из самых ожидаемых событий сентября. Главной причиной этому послужил целый ряд вопросов, решение которых волновало многих горожан. Напомним, что недавно мэр Мурманска Дмитрий Филиппов получил предложение возглавить Министерство развития промышленности и предпринимательства региона. Это оценка его работы, его потенциала, поэтому желаем ему успехов и развития Мурманска уже на новом рабочем месте. Глава ответил на поступившее предложение согласием, но официально снять себе полномочия он мог только после одобрения депутатов горсовета. В качестве напутствия депутатам я, наверное, хочу попросить не забывать прежде всего, что они представляют интересы своих избирателей. И за каждым из депутатов стоит несколько тысяч наших горожан. Я уверен, что депутаты города Мурманска продолжат все-таки исполнять функции, связанные с контролем за администрацией города Мурманска, как исполнительно-распорядительным органом власти. Депутаты единогласно приняли досрочную отставку главы муниципального образования и в торжественной обстановке поздравили его с переходом на новую должность и пожелали удачи в решении проблем региона. Я должен отметить, что вот те вопросы, за которые мы брались, у них всегда получались. Поэтому я хочу вот пожелать ему такой же активной жизненной позиции, такой же принципиальности. Временно исполняющим обязанности мэра Мурманска была избрана Тамара Прямикова. Ее кандидатуру поддержали большинством голосов. Я принадлежу к тому поколению людей, которые придерживаются принципа «надо, значит надо». Поэтому, если доверят депутаты, будем работать. Остальные претенденты на пост временно исполняющего обязанности мэра также поддержали нового избранника, руководствуясь не только ее профессиональными качествами, но и практическим опытом замещения этой должности. Это коллективное решение. И я, как депутат, поддержал предложенную кандидатуру Тамары Ивановны Прямиковой. Объясню почему. Потому что это действительно очень ответственный пост. Тамара Ивановна у нас уже была временно исполняющая обязанность. Поэтому совет должен не прекращать работу, и все должно быть работающие часы. Поэтому, прежде всего, мы должны принимать решения в интересах города и мурманчан. Помимо отставки главы муниципального образования, на заседании обсудили претендентов на звание почетного жителя города-героя Мурманска. Среди них тренер-спортсменки, выступивший на Паралимпийских играх, руководитель одного из рыбопромышленных предприятий города и представитель духовенства. Все три кандидатуры были поддержаны народными избранниками.